Всем привет! Сегодня у нас скалолазный день. Идем мы на скальник Витязь. Место очень популярное среди туристов, альпинистов, скалолазов. Народу здесь всегда очень много, тем более в хорошую погоду. У подножия течет красавица река Алха, горная речка, очень холодная. Как здесь сегодня тренируется альпинист? Мы где-то там внизу. Где-то там. Здесь вот пойдешь, и так на дороге выйдешь, и там не пойдешь, и длинный. Понял. Ну, а сколько длинный? На полчаса. Просто порогом. Мы шли в одних футболочках, сюда пришли, деваться стали. Ты же слез оттуда, а? Думаешь, это уже жарко? Ну, слез, наверное, все равно. Не знаю, я пока что камни не помню. Кончилась тропинка! Вот как думаешь, так и иди. Нам отсюда не видно. Давай быстрее, мне уже тяжело. Пробуй по-разному, как хочешь. Сорвешься, снова пробуй. Мы тут тебя будем ловить. Я не чистил тебя, ловлю. Зимой это два ледоруба, две кошки на ногах. Идешь так тихонечко, раз-раз, а тут-то не во что воткнуться. Пальцы не втыкаются в камни почему-то. Ногти ломаются. Да мы тут можем все сейчас как подналить и сразу Вовку наверх задрать. Ты если хочешь сюда, вправо, тебе веревку перекинуть надо. Что, выдать? Она зацепилась. Ты команды, команды. Выдай. Давай, переходи, давай. Переходи. Да! Попроси вон девчонок сверху, чтобы тебе руку подали. Да! Не падает, слава богу. Сейчас по левому уходим. Девчонки, уходите, смотри, там сверху человек стоит, уходите. Мариночка осталась-то прямо. А ему это нравится на самом деле, я его туда не отправляла. Я его наоборот говорю, ты уже определись, что ты хочешь. То ли на велике кататься, то ли на лыжах. То ли
ли по горам лазить, то ли по сосулькам. А то как-то много так всего, мы не успеваем. Да. Нет, много. В Оршане, но и вот там, где у Глазуновых зимой было. Поэтому я его не туда сам деле толкаю. Хочется ему, там уже люди ходят. Там люди ходят по краю, они не боятся свалиться. Она еще смотрит, кто там лезет. Ну. А люди же оступаются. Ого, вот тут какой-то знакомый разбился. Давно это, правда, было, лет 20 назад. Ваня, вообще сама вверх залез? До крючка вот этого? Ну, что, там встать не может? Здесь же уклона нет. В обратку. Вот так она лежит, стена. Вон она, стена лежит. Ногами стояли. Вот так, похоже, подвигше. Как это? Ты чё это? Ты ж флаг не поставил! Давай лезь наверх! Лезь давай, такая вверх! Вот там девчонка стоит, надо в ладошу её хлопнуть! Пожалеешь, Вовка! Обходи влево, веревка тереться будет! Вот сейчас вы полезете. А кто его знает? А камни могут упасть. Самое-то страшное даже не человек, а камушки. Да, кто там сплетит? Там Тимофей стоит уже готовый. Молодец! Посмотри!